Исполнилось 320 лет со дня образования инженерных войск России. Одно из значимых подразделений в управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии – это инженерная служба, которая выполняет одну из сложных и опасных задач. О работе данного подразделения подробно расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Впервые инженерные войска России были созданы в 1701 году указом императора Петра I. Сейчас это специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций с использованием средств инженерного вооружения. Инженерная служба управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии профессионально выполняет все задачи, поставленные руководством. Начальник данного подразделения капитан Владислав Шестаков подчеркнул, что в их работе главное быть внимательным, терпеливым и всегда совершенствовать свои профессиональные навыки. Сами инженерные войска – это специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальное вооружение. В обычные дни сотрудники инженерной службы следят за системой охраны, проверяют оснащенность необходимыми средствами безопасности. Также начальник подразделения отметил, что везде, где есть подозрение на нахождение взрывного устройства, появляются бойцы инженерно-технического подразделения для обезвреживания или уничтожения найденного предмета. Саперы занимаются подготовкой к выполнению задач. То есть они обучаются на инженерных боеприпасах, на учебных, естественно, чтобы выезжать куда-то и выполнять задачи. Также кинологическая служба оказывает содействие при поиске инженерных боеприпасов и проведении инженерной разведки. Наша служба и опасна, и трудна в прямом смысле этого слова, уверяет начальник инженерной службы Владислав Шестаков. В свою очередь он поздравил с предстоящим днем инженерных войск, который они отметят 24 января, и пожелал всем товарищам по службе крепкого здоровья и высокого профессионализма. Я бы хотел пожелать своим сослуживцам и те, кто учился или находится в инженерных войсках, в инженерных подразделениях, это терпение, потому что работы у нас очень много. Несмотря на период пандемии, служба наша не прекращается, и каждый день мы всегда в боевой готовности, находясь на страже Отечества. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.